Пап, 20-го в поселке и в Тюмени дождь. 21-го плюс 19, ясно? 22-го плюс 23, облачно в пояснении. Это не у нас, это бухгалтерия. Да. Сейчас. Понимаю. Хорошо. Что такое? Звонили из администрации президента, да? Слух о потере 2 миллионов дошел уже до самых верхов, да? Да нет, хуже. Хуже? Что? Звонили из школы, нас вызывают к директору. Уже? Добрый день, Николаевич, вызвали? Да, пожалуйста. Проходите, присаживайтесь. Спасибо. Присаживайтесь. Ну что ж, Сан Саныч, да? А сколько это?
Смотрите, есть не обязательно. Что ты на меня смотришь, как на торт после шести? Чего страшного? Ну, пообтекала Оля Николаевна с Сан Санычем немного перед директором. Зато теперь старшеклассники малым булки с буфета поставят. Пионерка Чупа-Чупс. Ясно? Ясно. Продолжаем примерку. Митяй, Вась, слышь, что тебе еще надо, а? Ванюш, тут такое дело. Нам новую мебель привезли. Приди, помоги разгрузить. А, бачка, инструмент захвати, булочки повесь. Ты что, обалдел, что ли? Ты видел, что на дворе творится? Ну, Ванюш, у тебя Ванька тоже в таком положении была. Митяй, ты после смерти со мной не рассчитай. Мальчик, ну подарил же. Надо.
выкладывала, что ли? Здорово, Иван Степанович. Я не понял. А что тут происходит? Что происходит? Мы тут сидим, чаёмничаем. А ты так сошёл или по делу? А где Мелик? Да, выходи, Иван Степанович. Что, потому что он сам позвонил, попросил прийти, помоги Мелик. Это не наше. Водитель Аня слушает. Наверное, ж разыграл его. Сегодня ж первое время. А ты присаживайся. Краба с нами дальневосточного покушает. Чуй, что ты не поняла? Ты такая мебель, какого краба нить? Да это я шучу. Не заморачивайся. Да что такие шутки? Знаешь, что бывает? Я шутки начал. Да я ж за тебя работаю. Что случилось? My lord, I have remembrances of yours that I have longed to redeem in my life. I pray you now receive them. Что я смешала? Ты просто вырвала. Встань, когда разговариваешь с учителем. Но я думала, мы не на уровне. Надо думать, надо вставать. Ну и что же такого смешного было в моих словах? Ничего. Я уже извинилась. Она, наверное, думает, что раз она жила в Европе, то знает английский лучше всех. Да я сейчас не с тобой разговариваю, мисс Нянкина. Ты правда смеялась над моим произношением? Да я, к твоему сведению, закончила Ильяс Государственного Самарского университета с красным дипломом. А вот что ты закончишь хотя бы эту четверть, в этом я уже глубоко сомневаюсь. В Европе она жила. Да, жила. Я вас уверяю, если вы решитесь цитировать сэра Вильяма где-нибудь в Лондоне, то вас никто не... Ну, они на репетиции! Почему у вас ничего до сих пор не готово? Неужели так сложно догратить эту несчастную башню? Бобров, почему ты до сих пор не переписал ничего